Большое количество самых разных ярких мероприятий прошли в регионе к празднику 9 мая. Обширная программа ко дню Великой Победы не оставила равнодушными ни волгоградцев, ни гостей города. Только бессмертный полк собрал свои колонны в регионе около 200 тысяч человек. Жители нашей необъятной страны побывали на главной высоте России, прошлись по улицам Сталинграда, Волгограда и оценили цветущие улицы города-героя. О том, каким запомнился этот День Победы в Волгограде, Сталинграде, гостям и жителям нашего города, расскажем в следующем материале. Мы из Екатеринбурга, впервые полной семьей в Волгограде. Посмотрели Мамаев курган, побывали в музее истории, по набережным погуляли. Мы приехали из Московской области, вчера очень понравился нам и в целом организованные все праздники, это были и авиагонки на центральной набережной, детские концерты очень интересные были, душевно детки пели. Потом еще бессмертный полк. Мы все прошли и оценили, что очень большое количество людей помнит, память чтит. Вот, и Мамаев курган был, вечерний салют и световое шоу. Впечатлили организованностью. В городе такая атмосфера. Мы ходили на бессмертный полк с сыном. Как бы дошли до Мамаева кургана пешком. Вчера салют был. Ну, вообще шикарно. Город красивый, погода прекрасная. Мы приехали из Москвы, из Подмосковья. Нам очень понравился город. Мы гуляли на набережной, куда мы в планетарии ходили пешком. На Мамаевом кургане мы смотрели часть представления. И, соответственно, салют видели. Мы приехали с Воронежа, да. Были на мельнице, видели, там парк входили. На Кудыкина и На Мамаевом кургане вечером были, на салюте, катались по Волге. Да, спецэффекты красивые были. Родина-мать освещалась, очень красиво. И потом завершилось салютом, вообще очень красиво. Зашел ли вам это 9 мая? Конечно, очень запомнится. Мы ни разу не были в Волгограде. Дети все в восторге. Наша мечта с мужем сбылась. Мы поехали смотреть праздничный салют на противоположную сторону реки Волги. Классный вид открывался. Вот, было много людей, у всех было праздничное настроение. Мы приехали из Москвы специально на 9 мая посетить Волгоград. Мы гуляли тут по набережной, вечером пошли на Мамаев курган, видели инсталляцию, очень впечатлило, прям прослезилось. Не была почти 2 года здесь, ну так, по семейным обстоятельствам. Ну, восхищена от своего родного города Волгограда. Я в восторге. Мне очень понравился город Волгоград, поскольку вот вчера на 9 мая была очень прекрасная программа. И самолеты, и чего только не было. Все очень было прекрасно. Прошел интересный бессмертный полк до самой родины мать зовет, до памятника. Классное световое шоу было вечером. Спасибо городу Волгоград, все очень прекрасно, очень понравилось.